Что еще раз, Стас? Так что связь у нас лагает. Ай, как я, как ты и просил, включил свою гребаную камерку. Так, номер твой надеюсь, не палится сейчас, здесь. Да? Да. Твоя рожа, кстати, видна. Ты же это, аватарка ватсаповская проэтывается. Фотик ее даже определил. А, ну да, у меня там нормально. У меня там еблеется зачет вообще. Помахай. У меня там нормально все. Я не умею махать. Ну, видеосвязь включи. А, видеосвязь. Хреновая. У меня, блядь, надо это. На, включил. Так, видео. Нахреначить. О! Just a sexy boy! Моя кудряшка меня заебала, мне надо, блядь, подстричься. Подстричься. Ты видишь камерку? Всем привет! Короче, с Виктором выбирали-выбирали в ДНС по сайту жесткие диски, ни хрена так и не нашли. И Виктор решил сейчас звонить в Москву, в ДНС и делать им чики-пуки. Да, потому что у нас нету гребаной кнопочки заказать. Оказывается, во всех нормальных городах есть, а у нас нету. Есть такое уведомить. А мы не в городе живем. Мы в городе живем. Это ты, наверное, в городе живешь. Мы живем не в городе. А где мы живем? В Мухосранске. В городе мы живем, так что давай, в какие. Я тебя сейчас отключаю ненадолго. Сразу рожу такой грустно сделал. Отключаю. За что? За что? Нет, нет, Виктор, нет, не бросай меня, нет. Брошу тебя. Короче, сейчас будем звонить и в как, ой, в как, в ДНС. Ладненько, давай, короче, звони, ага. Потом мне звонишь. Давай. Ага, все, давай. Так, пора звонить, пора звонить. И ДНС доконать. Так, где их номерочек? Восемьсот. 7707 999. Мои покупатели, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вся оперативная информация о режиме работы магазинов и сервисных центров размещается на нашем официальном сайте и актуализируется ежечасно. Желаем приятных покупок. Разговор с оператором записывается. Прогнозируемое время ожидания составляет 2 минуты. Очередь. Да. Я просто очень большая лютая ненависть к очередям. Тут опять ждать. Подождем. Денисик. Да чтоб тебя! Прогнозируемое время ожидания составляет 1 минута. Уважаемые покупатели, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вся оперативная информация о режиме работы магазинов и сервисных центров размещается на нашем официальном сайте и актуализируется ежечасно.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Как вам право обращаться по имени? Виктор. Слушаю вас. Светланочка, тут такая проблема возникла. Я хочу купить жесткий диск, SSD-накопитель, вернее, не жесткий диск. Но на сайте, на нашем DNS, кнопка «Уведомить» есть, а заказать кнопки нету. Как мне быть? Да, поняла. Скажите, пожалуйста, код товара. Так, код товара, который, секундочку. Код товара 121-79-08. Это 256 гигабайтов, правильно? Да. Из какого города вы к нам позвонили? Город Ленск. Ну, кстати, большое за ожидание, но, к сожалению, да, на сайте вы видите кнопку «Уведомить», она обозначает то, что товара нет наличия. Но ведь раньше можно было заказать. В нашей сети нет возможности заказа, так как у нас вообще сети его нет, товара. Тут нет возможности также под заказ для вас его доставить в магазин. Погодите, вы сказали, во всей сети его нет. То есть, если бы он был, например, в Москве, то можно было бы его с Москвы заказать в Ленск, правильно? Возможно, он где-то есть по России в ограниченном доступе. Именно где-то по России. Но сейчас именно для доставки, для перемещения нет возможности привезти в ваш город. Хорошо, а вот такой вопрос. А если товар есть, например, в Москве, его можно будет потом заказать в Ленске? Я сейчас не про жесткий диск, а вообще говорю про товар. Если у меня, например, отсутствует, а в Москве есть, у меня будет возможность его заказать с Москвы? Нет, к сожалению, такой возможности также не будет. То есть, если вы на сайте видите по вашему городу кнопку «Уведомить», это означает, что товар недоступен для заказа. Ну, у нас кнопка «Уведомить» была только в 2016 году, а потом исчезла вообще. Я как клавиатуру заказывал себе так, она через месяц пришла, а потом раз и вообще убрали, и ни один товар нету этой кнопки. Да, понимаю ситуацию, но товар сейчас не доступен в наличии. Вы можете нажать кнопку «Уведомить» и заполнить ее. То есть как только товар поступит в наличие, либо появится в нашей сети, вам смс придет, либо на почту письма. Нет, подождите. Ну, такой вариант не устраивает, потому что у меня нет четкого представления, как долго, будет ли оно вообще, и как долго мне ожидать. В случае заказа товара, да, у меня хотя бы была примерная дата. Да, я понимаю вашу ситуацию, поймите правильно, потому что много есть функций, много есть обстоятельств, которые также не от нас зависят. То есть, возможно, производитель перестал выпускать данные SSD-накопителя. Либо другие обстоятельства. Поэтому в данном случае, как наиболее оперативный способ решения вопроса, мы предлагаем клиентам заполнить именно кнопку «Уведомить». Ну смотрите, вот вы говорите, производитель может перестать их выпускать. Так я что, я нажму кнопку «Уведомить» и как дурак буду ждать? Ну дело в том, что у нас нет информации, по какой причине сейчас нет товара в наличии. И будет ли поставки данного товара. Так, память правильно, есть много обстоятельств. Ну, получается, проще выбрать другой товар, правильно? Да, у нас большой выбор SSD-накопителей. В данном случае вы можете выбрать другой товар. Ну, на самом деле их там мало. Вот именно, чтобы тип чипов памяти был MLC 3D VNAND. Вот именно такой нужен. В данном случае вы можете выбрать именно из того, что вам сайт предлагает. Хорошо, в будущем. Как наиболее оперативный способ. А в будущем будет ли возможность заказов, чтобы я вот выбрал интересующий товар и смог заказать его? Если вы на сайте видите кнопку «Купить», то товар доступен для заказа. Если по шасси не уведомить уведомление, к сожалению, товара нет в сети. Недоступен для заказа. Хорошо, такой момент. Вот если товар подобный, он в Москве находится, я могу его заказать с Москвы, чтобы его привезли в Ленск? Нет, такой возможности нет.
нет. Очень жаль. Ну, как-нибудь добавьте это в отзыв, чтобы как дальнейшее поджелание, чтобы была такая возможность. Здесь также зависит от логистики. Хорошо, я вас поняла. Угу. То есть в данном случае выберите именно по характеристикам какой-то другой товар, то есть выбор также есть. Как данная информация, так и не по характеристике отзыва, также есть на нашем сайте. Хорошо. Если эта компания приносит искренние извинения за возможное неудобство. Спасибо за звонок. До свидания. До свидания, всего доброго. В общем, вот так вот такой вот. Как говорится, полнище обломайтунг. Я не знаю, что сказать. Ну что, придется выбирать из того, что подороже. Потому что остались варианты только подороже. Будем ждать.